Мы находимся на проезде Адаевского в московском районе Ясенево. Здесь у нас вот осталась улица Голубинская. А мы прогуляемся вот в том вот направлении, в сторону тупика. А тупик у проезда Адаевского возле московской кольцевой автомобильной дороги. А справа Кубинский. Здесь вот много различных парков, таких-то, как Ясеневский, например, лесопарк. Он в том направлении чуть дальше находится. А также Битцевский лесопарк, ландшафтный заказник «Теплый стан». В принципе, по экологии местные жители не отделены. Фокус. Ну да, тут, наверное, нам не удастся поймать фокус как таковой, потому что уже смеркается. Уже где-то гражданские сумерки начинают постепенно переходить в навигационные. Автобусов там дальше у всех конечные. Тупик, проезд Адаевского. Где-то там за вот этими гаражами уже проходит московская кольцевая автомобильная дорога, а наш проезд сейчас влево и будет идти ей параллельно. Сейчас мы до этого двигались в южном направлении примерно. Вот оттуда. Сейчас мы пойдем в восточном направлении, параллельно МКАД. Уже луна выглянула.
такой вот проезд Удуевского.